Передвижение в сторону в положении боевой стойки. При передвижении влево первой движется левая нога. При передвижении вправо первой движется правая нога. Отработка изученных упражнений в парах. Удар ногой вперед в область колена противника. Удар ногой вперед, блок голенью одноименной ноги, толчок стопой в разноименную голень противника и бросок противника на спину. Блок, толчок, падение.